Ты в женской, да, я в женской. О, Леона Ротшева, Ротшева, Леонка. Я подписался на тебя, Леон, спасибо огромное. А где Захарова? В комнате. Ты в зал в 9? Да, Янечек. Чего ты ругаешься? Что случилось? Ты так идешь, как будто тебя трахнули и не заплатили. А ваш что, телефон забирают, а... Сушу мамки на самого выгнали, Леш. Сашу выгнали, да. Леха, тебе сколько лет? Мне 42. Леха, присмотрись к Захаровой. Танька на бон, спасибо огромное. Ты в женское, она мужское. А что случилось, Леон? Да, блядь, знаешь, меня трясет нахуй. От чего? Мне кажется, меня просто реально Полина просто наебала, реально наебала со всей ситуацией. Ну потому что, знаешь, я реально верю человеку, доверяю, переживаю за нее, советую как подруге. Она берет, знаешь, что Ваня для меня друг, и я не хочу с ним портить отношения. Ты знаешь, один из немногих людей здесь, которые меня как-то хоть поддерживают. Пошла, наговорила ему такой хуйни, что я советовала, что, типа, чтобы они расстались и так далее, и теперь Ваня находит злой на меня. Просто знаешь, когда у меня подруга есть, и она мне говорит, твой парень гондон, я не иду к нему и не говорю, что, а ты знаешь, что моя подруга сказала, что ты гондон? Знаешь, у меня и так здесь очень мало поддержки, она последнюю меня обосрала. Да ну прекрати, мы тебя поддерживаем, ну. А, ты больше всех здесь. Да. Улья, Улья, спасибо огромное, сколько у вас свет выключает скоро. А почему тут на поляне говорили, что 46? Это Бухич постоянно, ну. Ой, я в топ-58 нахожусь. Ваня опять с Полиной. Зачем ты матом ругаешься? Это не я ругался, они спали. Таня на бон. Спасибо, но ловимо. Гемини. Альбина писала, где было 46, а... Блин, девчонка, Ваня, не боюсь. Ну да, я думаю, тоже не будет с ней, Ваня. Кто? Да вот, вот это вот. А-а-а. Угу. Девчоночка хочет заселиться. Ваня, ты не будешь ни с кем быть? Ладно, это все порядок. Да. Вот еще один там наверху. Вот еще один аферист. Вот еще один, да? Как белая, не знаю, ты красавчик. Вечную уху. Да, уже не поздно. Что не спим? Ну, фиг его знает. Янка, спасибо. Дарья Пынзырь. Нет, Дэ конечно. Пынзырь. Крисучок. С ума сошли. Все, я хочу в баню пойти. Никто не дойдешь. Может, пошли? Не, не пойду, Ваня. У меня ботокс. Ваня в баню. Не хочешь кого-то взять с собой в баню? Вон, бери Маришку этого, как... Жену бери, да. Бери свою, иди. Дальше что, Леша, VPN. Кого говорю? VPN мастер, скачивайте, платите и все. Сыграйте в картишки. Ну, нам нельзя комментировать ситуацию, которая сейчас происходит в стране и в мире. А сколько выложить? Сейчас я иду уже. Нет, никто. Нет. Привет. Жукова придет к тебе? Ну, я думаю, что придет. Да, мы с Юлькой общаемся. У нас есть коннект. О, Алюна Ростовец, спасибо огромное. Ты красавчик. Зачем тебе кто-то, если есть я?
пытаться. Спели песни, это дальше. Во сколько ложитесь? Ложимся. Как брянь. Вау, спасибо, Леоночка. От души. За ачечи такие крутые. Вот эти вот ачечи бы в батле на два, когда умножается все, но... На батле нужно такие подарки, согласен, блин, Жукова это подобие Ани. Нет, Жукова это Жукова, а Аня это Аня, давайте так будем. Вон там блондинка есть какая-то, блохинка. Илю! Он ушел. На дальничок. Все, дядь Вань, спать давай. Худеешь? А где Полинка? Убежала, что ли, опять? Да, и долго спали. Дядь Леш, ну когда мы на родишке с тобой рубанем? Блин, слушай, надо, Вань. Вау, очки прилетели, Ванька, смотри, какие крутые. Реально? Офигеть, да. Покажи. Да вот они были сейчас только что. Слушайте, пришлите очки дяде Ване тоже. Хочу, чтобы они на нем посмотрели. А ну-ка, дядя Ваня есть? А ты камеру не притирал. Нормально. Пусть. Есть очки для меня еще? Да дядя Ваня, есть очки? Киньте. Зоненбрилле. Леона Ростовцева. Леонка. Дядя Ваня, смотри туда, сейчас тебе кину. Давайте. Я прям вижу, что Леонка сейчас тебе зафигачит. Леонка, по-братски, давай, очищу. Вау, Вася, ты вообще красава, ты такие вещи вытворяешь, Вася, я худею, Вася. Очки где? Вау, Вася, реально круто было, повтори, если сможешь, если тебе не слабо, если Вася не секунды, короче, да? Вася, красава. А запускай свою шарманку, надоел ты мне, вот сидишь вот там вот в своем еще прямом. Еще один пенсионер. Вау. А теперь, зачем мне солнце? Монако, для чего, скажи мне, у нас Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла нет, если тебя рядом нет. Все, песня была, ребята. Да, песня была, а вот подарочка не было. Ну, что это такое? Ваня, у тебя все получится, реально. Здесь ты будешь популярен. Ну, неплохо, Розочка, неплохо. Неплохо, конечно. Спасибо огромное. Прошу как свое прямому видео. От души прошу, от сердца прошу своего. Канада, привет, Канада. Есть до пароль, да, слушайте. Да хватит вы, но... Чего, зачем ты блокируешь? Ну, пусть завидует. Гиря, спасибо. Ребят, короче, дядя Леша оголяет бицепс, да? Если уехать. Отправляете 12 уроз. Да не надо, ну, нас вот... забанят за это. Нафиг. За бицепс? Тела. Да вообще за любые... А если ты в маечке своей сексуальной снял? Нет. Ребят, спасибо вам за такие эфиры. Понимаете, настроение в такое время... Нелегко, Ванюша, да? Я ваши навеки. Как они вот так вот кривые? Вот и я тоже так хочу. А, вот, смотри, во. Во, Илёв. Смотри. А, вот. Да. Бля. Во. Вот оно. Вот, бля. Во. А вот этот вот знак знаете? Да. Это знак, когда указатель... Вау, Вася! Две шляпы! Виу, Вася! А где два льва таких на голове? А есть два льва для нас, нет? Мне кажется, у нас экономит. Хапанул, Базиков? Да никто не пьет у нас, ну вы что, с ума сошли? Ну а как не хапануть-то? Так тебе за танцы, научи Бухвин или не бери ее. Монако! Да. Беларусь, Армения, привет. Канада. Кэнэ, парни, классные парни. Я Крис. Где? А Крис где? Так, я Крис где? Хрен знает. Надо сейчас посмотреть, где она. Кристинка по бизнесу. По бизнесу. Вау! Это что это такое? Вася, музыка. Что ты нам отправил вот это вот?
Офигеть, Нотен, Нотен это, Нотен, Абхазия. А у вас есть подарок Роттердам, есть какой-нибудь? Роттердам, песенка перед сном. Вих какой-то, скромный какой-то подарок. Ваня, вообще, не у...